Кэшбэк за путешествия. Россиянам, которые приедут отдыхать в Крым с 1 октября, будут выплачивать компенсации, сообщает Федеральное агентство по туризму. Обязательное условие для туристов, которые хотят вернуть часть потраченных во время отдыха денег – покупка тура с заселением в официальные средства размещения. Оплачивать свой отпуск необходимо только картой платежной системы МИР. Тур должен стоить не менее 25 тысяч рублей. В этом случае кэшбэк составит 5 тысяч рублей. При покупке тура от 50 до 74 тысяч рублей на карту туриста вернется 10 тысяч. За туры стоимостью более 75 тысяч рублей и выше – 15 тысяч. Еще одно условие – отдых должен длиться не меньше 5 дней и 4 ночей. Турист может получить компенсацию без покупки тура в случае, если объект отдыха стал участником программы. Перечень гостиниц-участников опубликован на сайте «Мир путешествий». Государственная субсидия будет начисляться за покупку туров по всем регионам России, в том числе и по Крыму. Для компенсации отдыха россиянам из федерального бюджета было выделено 15 миллиардов рублей.